Привет, друзья! Ну что, мы с вами все еще в галерее Краковской, все еще у нас автобус через 3 часа, и вижу магазин, нашу Венецию. Сколько мы здесь были раз, столько и купили вещей, и босоножки, и кожаную сумочку, и шлепки Наташи купили во Вроцлаве. Сами еле нашли магазин, все-таки он на втором этаже находится. Сейчас жду Наташу, которая пошла в ароматы Дуглас понюхать духи, и пойдем в Венецию. Ну вот, Венеция уже. Снова распродажа. Нам прям везет. Тут небольшой магазинчик. Мы заканчиваемся распродажа? Не знаю. Но мы тут купили Наташе сумочку и прикольные купили ей босоножки. А в других магазинах мы уже покупали во Вроцлаве прикольные такие шлепочки. Что это такое, Наташа? Какой платок красивый. Платочек? Котиков. Ух ты. Боже, какой красивый. Сколько же такой, что ли? Ну, сколько? 79, ну прилично, 80. Такой платочек. Что такое? Это полистер? Шелк полный, да, наверное. Дайте котиков посмотреть. Ой, класс. Ну прям такой, знаете, как сказать, позитивный платок. А ну да, это полистер. Так, ну давайте. Ну я же сказала, что за такие деньги будет шелк. Нет, ну в складе. Ну в составе есть. Класс. Так, ну что, шлепочки такие, 179. И вот такие у Наташи похожие, но фиолетовые. 269. А где же распродажка там? Давай что прикольное покажем, потому что мы Венецию хорошо снимаем постоянно, и людям нравится. А ну, сколько? 179. Ага, 179. А вот такие вот, из типа такого, как ты, похожие тапочки в Кении покупала, только сильно дешевле. 209 стоит. Ну, не знаю. Вот, ну мы вот находили всегда что-то интересное. Ну давай вот такие мокасинчики. Вот цвета прям вообще все три нравятся. Ну посмотрим зелененький. 239 стоит. 239. Мокасинечки такие хорошие. Ну. А вот такие тапочки интересные. Ну, дай-ка посмотрю, вот такие. Ну, кажется, ну, покажи мне, пожалуйста. А еще не сделаны, не пойму. 239 тоже. Что это такое за материальчик? Ну, кожа. Кожа? Да. Ну такая вообще прям мягкая, ну слушай. Ну, прикольно. А я кашкира кого не знаю. Так, тут для мужчин есть ботиночки, кроссовочки. Прям как. Посмотри, Наташа. Как корковая пробка. Корковая пробка. А может она и есть. 299, 300, короче. Вот. О, похожие, как у Наташи, скетчерсы есть. Такие Венеции. Вот я такие люблю, кстати. Я вот такие шлепки люблю, спортивные, 69, вообще нормально, 69. Посмотри, Наташ, похоже на твои чуть-чуть, 69, ну прикольно, если это Венеция, это фирма, 69, да, вот, для мужчин подарки очень даже хорошие, слушайте. Вот сандалетка для мужчин такая, сандалики 229, а вот снова корковая пробка, ну прикольно, блин, так сделано, блин, класс. 199, 200, ну классно смотрится, похоже на Томми Хильфигера чем-то. Давайте дальше. Кстати, кожаных вещей тоже очень много. Вот такой рюкзачок. Очень даже нравится, симпатичный. Наташа, сколько рюкзачок стоит? А, мы не можем найти сейчас. Не видно. Мне просто нравятся вот такие через плечо. Красивый, симпатичный. Вот мягонький вообще, ну супер. Ох, не знаю, не скажу вам, сколько стоит. Но, блин, классный. Непонятно, куда добытись. О, металлка везде найдется. 619. 619. Вот тут на реально натуральная кожа. И вот такая цена, ну, приятная. Вот тут еще замочек. Он вообще, ну это вот классно, да, такой документики спрятал, денежки положил, нет, все. Нет, очень нравится. Ну, давайте дальше смотреть, что здесь есть. Вот такая тут тоже сумочка, ой, хорошая, ой, вообще, как подарочек мужчинам. 400, 399, вот это классно. Ну это для лаптопчика, типа, или с собой саквояжек. Вот похожий вариант просто интересный. Сколько? 449. Тоже вариантик такой. Ну, это классно. 989. Они такие цупки, я не знаю, но они не натирают ногу, нет? Ну, я не знаю. Как мужчина носит? Напишите мне. Да. Кстати, на канале у нас 55% мужчин и 45% женщин. И мужчины не комментируют. Мужчины, комментируйте, пожалуйста. 1749. Вот такая сумочка есть, да. Подожди, 1700, это сколько она стоит? Ну, дорого. Это сколько тысяч? Ну, дорого. 17 тысяч гривен. Чего? Ну, вот так вот, да. У меня сейчас глаза. Такие варианты сумочек есть. Какие прикольные вообще. А, класс, как вязаные какие-то. Блин, что дорого для вязаных, 319, не знаю.
Оно вот такие вот. Обыкновенный 209. Обыкновенный 209. А здесь, ну, ну что, они ну, как прямо тут необыкновенные, в принципе, тебя радует здесь товар. О, вот такие же, как у тебя. И как я у мужчин, для мужчин смотрела только что. Прикольный такой апельсиновый цвет, реально. 69 стоит. Классный. Наверное, розовые такие же. Оно вот такие. Ой, класс. Слушайте, мне кажется, вот такие удобные должны быть. А ну, сколько они стоят? Подожди. 69 тоже. Подождите, смотрю. 209. Нравятся такие вот мятенькие, такие mm-hmm. прикольные, прикольные. Это не мокасины, да? Это эспандриль или как Я не знаю. Эспандриль, я не знаю. Я не знаю, как называется, честно. Mm-hmm. Ой, какие прикольные цены. Синий дай. А ну давай, ты пройдешь, глянешь. Что это за глазки такие? А ну подожди, помадка что ли или как? Нет, mm-hmm. просто какой-то кубик. Главное, вот этой штучкой не зацепиться. Да, ну чего, 400. 400 стоит. Это mm-hmm. синий, да весь белый, червоный, черный. Ну, тоже такие цвета. Томми Хильфигера. Главное, чтобы вот это не пачкалось. Да. Даже главное, чтобы не пачкалось, а мне главное этой штучкой вот не зацепиться. Не, ну может, все может быть. Нет, все может быть. А ну рядом вот такие вот сандалики, вот эти вот такие интересные. А я такие мерила, помню, mm-hmm. что-то эти штуки. Да, что-то было, 279. Вот помню, это мне просто... кажется, и цена такая же была. Прикольно, что-то. Ну вот, смотрите, сколько всего и сумок, и вообще, и обуви, и людей. Ну вообще, конечно. Это такие гайфмены, нет? А я говорила, вот похожие там при входе были, такие же, только Наташа вот такого цвета, фиолетового. И, кстати, вот этот пояс ты купила тоже здесь, но на Флорианском. Прикольно. Все вон сумочки и кошелечки тоже посмотрим с вами. А вот похоже у тебя босоножки вот такие, только вот у тебя только они оливкового цвета, вот что-то похожее. Это сколько сейчас стоят такие? 299. Здесь нет? 239. 239. Ну, вот, или это Dior, что-то. Видишь, мы в августе более удачно попадаем. А вот такие у тебя вот точно, да-да-да. Вот. Да нет. Нет? 190. Нормально. Божеские. А вот есть такие, как эти сандали, да, уже. Сандали. Вокруг щиколотки. Ну, тоже подороже чуть, наверное, 250 где-то. Да, 259. Как я угадала? 259. Ну, уже Венеция, уже я понимаю, что. А вот эти, помнишь, эти были тоже скупные? Да, были. Эти на распродаже были. Нет. 269. Ну, может, и не столько истории, надо видео пересмотреть. Видео оставлю в описании. И Венеция реально классный магазин. Они качественные. И ты ходишь уже сколько? Больше 2 лет в тех босоножках, да? Так что, да. Ну, идем еще кошелечки посмотрим. Нет, открыли. Люди меряют. Ой, красивые. Красивые такие вот. Сколько? 199, 200, хорошо. Так, сейчас захожу с этой стороны. Что у нас здесь? Так, вот такие вот кошелечки. Ну, нет такой сколько. Это прикольно. Классно. А, это вот сюда можно же повесить. А сколько стоит? 99. Прикольно, наверное, кожаная. Но мне вот этот цвет нравится. Мне нет, блестяшка нет. Я бы хотела вот зеленый, но вот такой вот под кожу. Да, а блестяшечка сколько? Тоже, наверное. Тоже 99. Сейчас, зараз. Да, 99. А вот такую мы тебе взяли зеленую, да? Нет, ну примерно такую. Принцип такие же. 219 стоит, но мы тебе за 89 взяли, я помню. Ну такую повесить, это же глупо, правильно? Здоровый такой. Да не. Она прикольная, но вот надо и сумочку уже подбирать, и все. Ну что, к моей той сумочке остальное. Той сумочке. Какой той сумочке? А, окей. Не все у вас. А ну, вон, Наташа уже смотрит. Слишком большая. Да, слишком большая, и, наверное, слишком легко ее открыть будет. Нет, что еще из кошелечков? А ну, сколько такая вот радость стоит. Ну, прикольно, такой типа подтертый. Такой типа под Барбари. Даже не потертый, как будто бы пот уже, знаешь, впитался. Ну, может, и впитался, может, уже кто-то на сегодня. 229. Ну, лично, не знаю, наверное, 20% здесь на скидке на вещи. Вот такой вот, допустим. Вот такой стоит 239, беленький. А вот такой сколько стоит? 279. Ну, вот мне нравится такой узорчик, такой классный. А вот такой вот легкий. О, легкий такой вообще мокасин. О, класс. Сколько такая мокасишка стоит? 229. Ну, наверное, от этого еще 20% идет. Ой, а это что? Боже, какая прелесть. А что сюда класть? Мелочь, наверное. Мелочь? Уже карточка не влезет. Сюда вообще ничего не влезет, не знаю.
А такой юмор, пошли. Что... А он, наверное, тоже прицепить, не? Он, покажи, как брелок. Да, да, есть карабинчик, все есть. А с каким же пушкает? Бесценно. А ну вот, вот такой же бесценный есть, смотри. Может, здесь есть цена. Даже прям такие блестяшки интересуют. А, сразу видно, да? Не серьезно, любимая. 69. Ну, так нормально. Ну вот, смотрите, еще сумочки есть, еще всякие интересные вещи есть. Мы вам почти все показали. Вопрос, твой магазинчик был побольше. Вот, так что сегодня ничего брать не будем, ничего мерять не будем, да? Еще пока Наташа будет смотреть. А я вам уже вкратце показала. Сейчас, наверное, тоже немножечко уберу телефон и посмотрю вещи. Вот, так что Венеция — прикольный магазин. Находится в галерее Краковской на втором этаже. В общем, рекомендуем. Прикольные вещи, особенно когда есть скидки. Но скидки в основном, конечно же, идут в августе. Так что все, спасибо, что были с нами в магазине Венеция. Пишите комменты и ставьте лайки.